чем мечтают брошенные дети? О чем тоскуют и кого зовут? И как вообще живут на свете без теплых, нежных мамочкиных рук? Меня зовут Диана. Мне 10 лет. Я люблю рисовать, и мой любимый цвет черный. Почему? Я не знаю. Люблю зиму, потому что зимой у меня день рождения. Еще у меня есть младший брат, и мы вместе с ним живем в детском доме. Меня зовут Зена. Мне 8 лет. Я люблю играть в футбол. Я играю хорошо. Я люблю рисовать. Осень, лето, зима. Я люблю осень. Я строю сегодня из конструктора дом. Когда я вырасту, буду строить ее. И построю такой красивый дом. Меня зовут Саша, мне 10 лет. Я в детском доме год. У меня тут есть друзья. Аня, Вика, Женя. Я люблю спортом заниматься. Хочу стать футболистом. Я хотел жить в селе. Ну, в селе тихо, а в городе громко. Брать умею. Посуду мыть умею. Заметать умею. Пылесосить умею. Все умею. Меня зовут Алина, мне 10 лет. Я люблю рисовать, гулять. Я больше всего люблю Новый год, потому что на Новый год мороз приносит подарки. Я хочу получить дом. В этом доме будет мама, папа, дед и бабушка. Еще сестра и брат. Нет ничего больнее на этом свете, чем встретить взгляд ребенка-сироты. В глазах его весеннего рассвета вопрос сердечный. Мамочка, где ты? Я очень хочу, чтобы у меня была семья. Я очень хочу, чтобы у меня была мама и папа. Мама у меня будет хорошая и топовая. А папа сильный и хороший. А я хороший и красивый. Я буду ходить в школу, учиться хорошо на 12 баллов. Я жду, надеюсь, у меня придут родители и заберут семью. Очень верю, что это случится. Когда я ложусь спать, я думаю, что я молю Бога, что у меня нашел семью, маму, папу. Когда они придут со мной, я им скажу спасибо. Закрываю глаза и всегда представляю тебя, мама. Сколько счастья и ласки ты могла бы дарить своей девочке. Мама, хоть не вижу тебя я, не знаю, не помню. Мама, верю, ты рядом и скоро придешь ко мне, моя милая мама.